На основании части 2 пункта 2 статьи 150 Кодекса Республики Беларусь об образовании учебные занятия для учащихся завершаются 31 мая, для учащихся 9-11 классов 25 мая. Учебный год для всех учащихся завершается 31 августа. Торжественные мероприятия «Последний звонок» для учащихся 9-11 классов пройдут 25 мая 2023 года. Допуск учащихся к итоговой аттестации по завершению обучения и воспитания на 2-й и 3-й ступени общего среднего образования осуществляется на условиях и в порядке, установленных пунктами 37, 38, 39 правил проведения аттестации. Итоговые испытания по завершению обучения и воспитания на 2-й ступени общего среднего образования проводятся в виде выпускных экзаменов. Пройдут они в период с 1 по 9 июня 2023 года. В основные сроки. По следующим учебным предметам: белорусский язык, изложение в письменной форме, русский язык, изложение в письменной форме, математика в виде контрольной работы, также в письменной форме, и история Беларуси в устной форме. Итоговые испытания по завершению обучения и воспитания на 3-й ступени общего среднего образования могут проводиться в виде централизованного экзамена либо выпускных экзаменов. Централизованный экзамен в 2023 году пройдет 14 мая и 21. 14 мая по таким предметам, как русский язык и белорусский язык по выбору учащегося, и 21 мая по учебным предметам физика, математика, химия, биология, иностранный язык, история Беларуси, всемирная история, география и обществоведение, также по выбору учащихся. Выпускные вечера в этом году планируется провести 10 июня 2023 года. Прием в учреждения высшего образования Республики Беларусь регулируется правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденные указом президента Республики Беларусь от 27 января 2022 года номер 23 и в новой редакции от 3 января 2023 года номер 2. Согласно этих правил приема, победители, а то есть дипломанты 1, 2, 3 степени 3 этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, без вступительных испытаний зачисляются в региональные учреждения высшего образования, а также учреждения высшего образования, независимо от места расположения на наиболее востребованной экономикой специальности или при наличии рекомендаций педагогического совета учреждения образования, которые они окончили на педагогические специальности, перечень которых установлен Министерством образования. Также к этим категориям относятся лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой либо серебряной медалью или диплом о среднем специальном или профессионально-техническом образовании с отличием. Без вступительных испытаний зачисляются на наиболее востребованной экономикой специальности или при наличии рекомендаций педагогического совета учреждения образования, которые они закончили также на педагогические специальности, перечень которых установлен Министерством образования Республики Беларусь. Вся необходимая информация по поступлению, по завершению учебного года, об окончании учебного года и поступлению в высшее учреждение образования размещена на сайтах учреждения образования.